Всем привет! С вами канал Алёнушкин хутор. Сегодня у нас очень-очень жарко после дождя. Вот козочки наши гуляют, кушают травку, пьют водичку, барашки наши. А это маленькие барашки. Роза, вот это побольше. И Лиля. Поменьше. А у нас еще пополнение. Как всегда происходит на хуторе, кто-то постоянно рождается. В этот раз у нас, посмотрите, какие милые крольчатки. Они уже глазки открыли. Да, уже они подросли, глазки открыли. Первый раз наша крольчиха вывела и всех поела крольчат. Мы ее подпустили через месяц второй раз. И вот, как видите, ой, сейчас упадет. И вот вышли у нас опять вывод такой хороший. Было 9 крольчат. Один сдох, она его скубла, самого вытянула. И вот здесь возле кормушек. Вот здесь вот положила прямо сдохшего крольчонка. А остальные все, вот как видите, крепенькие, хорошенькие, глазки красиво подкрывали, такие крупленькие. Это порода белый панон. У нас крольчиха и кроль с разных линий, с разных хозяйств. Поэтому вот крольчата такие вот все беленькие, хорошенькие, без единого пятнышка. Видно, что породистые. Такая вот кормушечка с травкой. Эта кормушка нам досталась, вот эта вот клетка, вернее, досталась от старых хозяев. Мы ее пока не переделывали, но в дальнейшем мы ее переделаем, сделаем наполовину, потому что слишком большая она. О, моется крольчиха, моется. Маша. А вторая кто? Это Милка. Это Милкины козочки. Угу. А вот там кто в кормушке? Вот это? Угу. Майка. Нет. Или как? Нора. А-а-а, забыла. Это Нора. А вот там еще кто? Рыженькая, там у нас кто? Рыженькая зайка. Зайка. А вот там беленькая кто? Норка? Не, белая кто? Майка. Майка. Я кошку забывала. Майка. Такая диковатая она у нас сама по себе. И она у нас доится девичьим молоком. Она у нас еще не покрытая. Но уже посмотрите, какое вымя у нее. Я думаю, было видно, какое у нее вымя. Кролик еще один. Да, это самец. У него зубки подросли там. Ну, у него такая особенность, такая болезнь есть, миксомария, по-моему, называется, или как, что зубы растут, их надо, они не стачиваются, их надо раз в месяц обязательно обрезать. Мы постоянно обрезаем их. Вот барашки наши гуляют. Ух ты, большой такой. Наша ромашка большая, огромная. И она еще сиську сосет, оказывается. Я думала, уже все. Ромашка, бесстыжая. Ты же уже почти как мамка большая. А Лилечка наша отказница. Мамка вот эта вот от нее, Майка, отказалась. И мы ее с мисочки выкармливали. Я ее мама. Ну, выросла. Ты ее мама, да? Да. Да, скажи, кормила ее с кастрюльки, с мисочки, молочком, да? Да.
травкой. Анька ее с ручек подкармливала все время. Тихо-тихо, не пугай их, они же боятся. Хлопцы чистят свиней. Где наша Майка, Майкины детеныши. Зайка рогатая. И вот Зайкина козочка рыженькая. Рыжуля, мы ее так и назвали, Рыжулька. Лисичка. Машка наша вреднулька. Ой, Аня нашла жука. Сейчас покажу вам, какого огромного жука. Это наш кролик. Показывай. Я раньше и шла босиком, и ко мне прицепился этот жук. Я испугалась. Вот такой жук, носорог. Огромный. Он большущий, если видите, вот мой палец, вот, на пол пальца. Я его испугалась. Он огромный, Анька испугалась, когда он ей на ногу сел. Я крикнула. Визжала на всю деревню, на весь хутор. Видите, какой у него нос. Чуть-чуть двигается. Видно, его кто-то или погрыз, или что, но он без одного крыла. О-о-о. Такой вот огромнейший. О, вот видно сейчас его. Такой огромный жук. Я тоже